Алерназу в 2017 году поставили диагноз нефробластома левой почки. В простонародье это говорят рак почек. Целых 5 лет раз в год мы должны подтверждать свою ремиссию. За 5 лет ребенок либо подтверждает свою ремиссию, но некоторые дети возвращаются с рецидивом. Жена, 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 жена. А ты что-то не была? Да, я не была.